Ну чё, погнали? Весело и задорно. Ой, какая красота. Ну, дама 9, так дама 9. Я, блядь, готов. Посыпаю голову пеплом. О, еще и пиковый, блядь. Красиво. Ну, не то, чего вам хотелось-то. Опа. Ну, как бы сытым бьем сейчас. По идее, там сыты должны быть чаще. Слушай, во-первых, мы блочим все нацевые для начала. А, нет, не все. Китай приеду, поебал тебе дам! Блять. Задуматься еще надо обязательно, да? Давай дважды вроде не в замазке пока. Теперь в замазке, все ясно. Как же я чувствую вот эти вот все, конечно, линии. Играешь вроде бы нормально, у тебя потихонечку, совсем потихонечку прям график ползет вверх. И потом что-то происходит, и ты чувствуешь прямо, что вот, началось. Кстати, я знаю, что будет сейчас. Да, это как бы все, это волна же, блядь, это же волна. Тут сколько раз не крути, похуй в целом. Но мы один раз будем крутить. Пика и туз. Пика и туз. Не, просто пика. Да, странно, что я... Я же знаю всю эту кухню. Ну чё, блядь, оверпара, что ли? Естественно. Ну ёб твою мать, а ну что за пиханина ебучая? Еще флоп надо такой, всегда же постелить такой флоп надо, да? Да. Хитрый пи***. Дама, ну вон так, это король, сука, сидит с короной, блядь. Ну такое, блядь. Понятно. Давай два раза, уебемся. Крест. Тут. Да, блядь, это антикарк был! Сука! По стандартной схеме. Это норма. Красиво сыграно. В принципе, логичный довольно-таки 3-бет флопа, да, когда знаешь, что коры тебе потом радар навалит. Ну, он видно, что задорный. Тут, конечно, тонко выйдет, но какое-то есть все равно. Похуй будет сейчас за run at once. Ладно, все ясно с вами, блядь. Всё, пизда, чё. Ну, кто-то, блядь, ещё поспорит, что по ситуациям у них получше, чем у меня. Нет. Что-то мне захотелось сделать дичь здесь вот такую. Ну давай действуй, я не знаю. Давайте сделаем, раз захотелось. Дамы у нас все будут, пятерки будет большинство. Ну, из тех, что мы потребители. 10 дамы тоже может быть. А, ну у него самого нацевый флеш, да, тут такое всякое. Блефом семью не прокормишь. Играть надо на value. Запомните эти слова. Но выглядит как будто пизда нам. Ставлю на пятерки или девятки. Попробуем сэкономить. То один, ну просто кол. Дам 5. И 5.
Чё-то вообще, я же, смотрите, просто сегодня все у меня эксплойты, они как-то нахуй пошли. Ну, это неприятная расстачка какая-то. Ну, то есть, как бы она приятная в целом должна быть. Ну, чё-то, ну ладно, человек нормальный уже. Валет 10 он ловит, я думаю. Да? Уж кого-кого, а не меня так колить, правильно? Спасибо, брат. Наконец-то начали платить. Это этот морозок, который меня король валетов наказал. Чёрн, конечно, замечательный просто. Ну, похуй, я все равно чё пуш против него. Опять король валет покажет где-нибудь. 9-8. Ну, я не знаю, как играть в такой покер. Просто чувак отмороженный, блядь, сидит. У него каждый раз лучшая рука, неважно, с чем ты его требачишь. На, ебаже, блядь. 4, нахуй, вот. Ну, вообще, на эквите я денег выиграл, и все. С валетами хорошо, кстати, что не испугался. Это прям спасибо большое от всей души. Да похуй кол. Ну, блядь, а чё ты кого испугать решил? Спасибо. И чё, мы сделаем вид в чате, что не было этого кола с туз-дамой, что ли? Вообще похуй. Просто никто ничего не скажет даже. Да мне похуй. Вы охуели? Вообще похуй. Ну, тут тяжело сильно плохо поехать, вроде как. Туз 10. Туз он. Красавчик просто. Давайте точку ставить, уже пойду качаться. Ты сможешь? Я прошу. Исполни мою мечту с тузами при флоп съездить. На мечту исполнили мне, кстати. Спасибо. Постепенно. Мастера спорта международного класса, я думаю, я выполнил. Можно идти отдыхать. Подпишитесь, кстати, кто-нибудь. Сейчас подписки ничего не решают. Вы же все равно YouTube смотрите с этого предложки, да? Но подписаться-то это бесплатно. Я думаю, если вот я буду постоянно клянчить у вас подписаться, то я когда заработаю эту серебряную кнопку? Ее уже скоро выдавать, наверное, перестанут, потому что сейчас реально на подписки никто же не смотрит. Но, блин, я столько лет занимаюсь ютубом, еще же начал, даже когда ни стримов ничего не было, там видеоблоги писал с покерных турниров. А сабов до сих пор не хватает вообще. Всем спасибо, всех обнял. Пока-пока.